Разве это пресс? Вот это пресс. 1xBet. Делай ставки и побеждай. Покажи всем, что такое настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Что случилось? Там было крушение. Один из инопланетных кораблей брызнул мне в глаза каким-то биооружием, газом. Что случилось с папочкой? Сайлас? Кайли, пойдем. Пошли, Сайласа. Тебе нужны антибиотики и стероидные капли. Сайлас не знает, где их взять. Лин, ты не найдешь открытую аптеку. Они все, скорее всего, разграблены или уничтожены. Лучше всего станция скорой помощи. В нескольких милях отсюда была одна. Это слишком опасно. Муж, который не сможет защитить нас. Вот что опасно. Ты нам нужен здоровым. Ты мне нужен здоровым. По-другому нельзя. Здравствуй, Фина. Шш, тихо. Ты заблудилась? Нет. Отвали. Могу ли я помочь? Включить фонарь. Хочешь мне помочь? Дай поговорить с Дунканом. Ответ по-прежнему нет, Фина. Почему? Потому что я буду счастлива. Потому что я не проецирую голограммы ради развлечения. Развлечения? Для того, кто так озабочен человеческим родом, ты слишком мало понимаешь. Да зачем я с тобой вообще говорю? Ты ничего не решаешь. Не спится? Прости, я не знала, что ты здесь. Здесь хватит места для двоих. Ты слышал? Сложно было не услышать. Дункан был мне очень дорог. У дрона его личность. И ты пришла к обелиску просить о его перерождении? Исполним их просьбу, и они дадут нам больше людей. Так они говорили. У тебя есть оружие. Мы сделали, что они хотели. Так дайте нам больше людей. Не могу не согласиться. И если нам дадут больше людей, это могут быть дорогие нам люди. Может быть. Ты просишь Алины и Кайли? Я ничего не просил. Почему? Я не знаю как. Абрам сказал, что говорить бесполезно. И я не уверен, что тому, кто на другой стороне этой штуки, не плевать.
Тогда зачем ты сюда пришел? Потому что мне хочется верить. Это ты открывал оружие? Я хотел спросить тебя о том же. Абрам не сделал бы этого, не предупредив нас. Вымирание. Ты что-то добавил? Травы. Не спрашивай, какие. Я понятия не имею. Приготовил неизвестное растение. А вдруг они ядовиты? Обелиск бы меня остановил. О да, мудрый и могущественный обелиск. Я уже ел и не умер. Очень успокаивает. Так же лучше, да? Ну да, это не мясо, но неплохо. Это все еще гадость, я знаю, но хотя бы вкусная гадость. Нельзя это есть по 3 раза в день. Эзра утром вышел на охоту. Если ему повезет, мы будем питаться получше. Но тем не менее, я же хороший повар, да? В смысле... Готовлю из ничего. Это был камень. И ты никого не видел? Не. Если бы ты воровал мою еду, я бы тебя тоже ударил камнем. Даже если это не наш капкан, то это наши леса. Все, кто в них охотится, воры. Ну тогда ладно. Найди этого вора. Возьми Дункана, он теперь здоров. А как же перерожденные? Объект, который они раскопали. Он убил одного из наших. Джакс, безопасность людей также моя главная забота. Когда мы отправим нашего брата к предку, мы найдем этот объект и уничтожим его. Может, нам открыть его? Только с Эзрой. Думаешь, это бомба? Надеюсь, нет. Ну, знаешь, очень похоже. Эзра говорил, что выкопал его из-под земли. Но кто его туда закопал? Может, никто. Может, оно там было захоронено, как те машины в пустыне. Значит, со вторжения? Возможно. Thank you.
Что это значит? Секундочку. Я раньше никогда не видел этих символов. Ты пойдешь к озеру. Одна. Зачем? Они дадут нам больше людей. Может, тебе подождать Эзеру? Обелиск сказал иначе. С каких пор ты подчиняешься Обелиску? Он управляет силовым полем, хотя бы поэтому. Им, а не ему. Обелиск — это устройство связи. Он сам не говорит. Без разницы. Они точно не говорили, кого нам отдадут. Думаешь, я бы это скрывал? Ты должен знать, в тебе содержится личность. Иногда он не затыкается, а иногда вот так. Если я его четвертую, ты будешь знать, почему. А если тебе понадобится помощь? Обелиск в меня верит, а ты почему нет? Может, что-либо узнаешь об этом оружии? Только не взорвись. Кроличьи кости. Кто-то хорошо поел. Эти следы оставил ребенок. Это не может быть совпадением. Я просила о Дункане, а потом Обелиск сказал, что даст нам больше людей. Жестоко отдавать кого-то другого. И тебе нечего сказать? Даже я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот потому тебя и не любят. Вы можете снять крышку. Ладно. И мы должны победить Скинрайдера вот этим? Чтобы понять оружие, сначала следует понять паразита Скинрайдера. Его мозг содержит более 100 миллиардов нервных клеток, вплетенных через органическую кристаллическую структуру. Кристаллический мозг? Почему он светится? За счет переноса заряженных частиц через нейронную сеть. В основном свет означает мышление. Не лучший эволюционный замысел. Свет привлекает хищников. Вот почему человеческим носителям поручено скрывать и оберегать паразита. Жуть. Свет усиливается, когда один скинрайдер телепатически общается с другим. Они могут читать чужие мысли? Нет, но они могут отправлять сообщения и информацию на короткие расстояния. Как далеко? Максимум пару сотен метров. Что делает это оружие? Оно разрушает ионные связи и кристаллические решетки. Она крошит кристалл. Похоже на превращение стекла в песок. Однако оружие не предназначено для отдельных скинрайдеров. Скорее, для предка. Вместилище всех воспоминаний их цивилизации. Они хранят воспоминания не в своем теле? Когда скинрайдер умирает, кристалл извлекается и передается предку. Таким образом, жизнь и знания этого скинрайдера сохраняются навсегда. Вообще-то красивая концепция. Ну, как в фильме ужасов. А где этот предок? Скрывается где-то поблизости. Вы должны найти его и уничтожить. Что теперь? Ну да. Тогда я здесь посижу.
Тот, кто сделал эти стрелы, ничего не понимал в баллистике. Уж лучше бросаться камнями. Тебе надо было его открывать? Желтая говорила, это безопасно. Где Фина? Выслушай меня, пока ты не разозлился. Опусти силовое поле. Инструкции велели Фине идти в одиночку. Меня не волнуют эти инструкции. Опусти силовое поле. Эзра, обелиск управляет силовым полем, а не я. Тогда скажи обелиску пропустить меня. Я не могу говорить с обелиском. У них односторонняя связь. Они говорят с нами. Если есть способ передать им сообщение, то я его не знаю. Значит, мы здесь в ловушке. Почему? Возможно, обелиск не хочет, чтобы опасности подвергался больше, чем один человек. Одним из этих людей может быть моя жена или дочь. Фина на это способна, иначе обелиск ее бы не выбрал. И ты не против? Мне это не нравится. Но они дадут нам больше людей. Вот что важно. Важно только то, что мы должны сохранять человечность. Если это утратить, то они не исправят ничего. Я проснулась под водой. Что? Да что ты творишь? Проверка завершена. Приветствую, Лин. Ты в порядке? Что это было? Что случилось? Это долгая история. Пусть лучше Эзра объяснит. Эзра? Твой муж, помнишь его? Да, конечно. А меня ты помнишь? Мы встречались? В иных обстоятельствах. Твоя конфигурация мозга не регистрирует новые воспоминания. Конфигурация мозга? Я потом объясню. Я Фина, друг. Пришла тебе помочь. Все так просто. Собранные искры. Отдай их мне. И будешь жить. Я знаю тебя. Быстро, в поселение. А как же другие? Искры других не разбудили. Но... Мне сейчас. Бежим! Скорее. Дункан, ты живой? Что с тобой? Беги! Ты сюда! Давай! Вставай! Я не могу, моя нога! Ты можешь, давай!
Нет, нас двоих поймают из-за меня. Вот, бери мою обувь. Нет, уже поздно. Эзра далеко? Пару миль. Беги к нему, он за мной придет. Я тебя не брошу. Тебе придется. Транквилизатор. Ваш дрон так гуманно со мной поступил, как с животным. Где вторая? Сбежала. Так найди ее. Отфильтрованная дождевая вода. Тот, кто делится водой из фляги, делится своей жизнью. А ты даже не скажешь спасибо. Возможно, искры не сплелись с твоим мозгом как нужно. Они ошибаются не в первый раз, но... Нет, я думаю, с тобой это просто глупое высокомерие. Знаешь ли... Что такое искры? Ха! Это такие маленькие синапсы. Искры — это водные создания. Они сделали тебя. Ты была мертва, а теперь нет. Шокирует, не так ли? Что значит «сделали меня»? Сплели тебя, так точнее. Из органической материи воды, воздуха и камня. Ловкий фокус, да? Это невозможно. Нет. Осмотри себя. На тебе есть шрамы, родинки, татуировки. Теперь больше нет. Ты теперь новая и улучшенная Лин. Значит, ты меня помнишь. Человек во мне помнит. Но прошло больше времени, чем ты полагаешь. Осмотрись вокруг. Не похоже, будто корики еще воюют. Ты слышишь боевые корабли, как люди кричат или умирают? Это потому, что вторжение завершилось. 400 лет назад. Джейсон, прикрывай фланг. Давай. Корики выиграли ту войну. Вы, люди, пошли по пути динозавров. Ты говоришь, как будто ты не человек. Это тебя удивляет. Это потому, что вы, люди, высокомерны. Если он разумен, если он может говорить, вы считаете его человеком. А вы считаете, он должен быть человеком. Ты похож на человека. Никто не идеален. Тогда что ты? Много вопросов. Ты поранила ноги. Опусти их в воду. И жди.
Не двигайся. Они лечат. Если находят поврежденную ткань, то заживляют ее. Они даже проникают через поры и лечат растяжение. Посмотри сама. Перерожденные поместили их сюда. Я хочу их собрать. Они приплывут, если почувствуют кровь. Порежь. Или это сделаю я. Я хотел тебя дождаться. Но в этом случае силовое поле осталось бы закрытым. И ни ты, ни Фина не смогли бы выйти. Это обелиск тебе сказал? Думаешь, я все выдумал? Думаю, тобой манипулируют. Ты хоть раз усомнился? Задавал вопросы? Если мы ослушаемся, будут последствия. И это тебе обелиск сказал? Или это ты сам так решил? Я не знаю, почему они меня выбрали. Не понимаю, почему я вижу их сообщения, а ты нет. Почему именно я? Но я точно знаю, что человеческий род важнее, чем ты, я, твоя жена, да любой. Если они хотят сохранить нас, восстановить нашу популяцию, тогда я на их стороне. Можешь считать это манипуляцией или глупостью, да как угодно. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть людей. Приняв компаньона и открыв свой разум, ты все поймешь и скажешь спасибо. Стой! Я не понимаю. Тебе это нужно? Держи. Я тебя не понимаю. Хочешь, чтобы я закрыла глаза? А, завязала их? Я не буду этого делать. Ладно, ладно. Что теперь? Это ты построила? Это мне? Спасибо. Они мне в самый раз. Даже по цвету подходит. Ну как? Спасибо.
Неплохо. Где твоя семья? Они где-то рядом? Ты говоришь по-английски? По-испански? По-французски? По-немецки? И я тоже. Так что это ничего не изменит. У тебя есть имя? Меня зовут Лин. Лин. Как тебя зовут? Мой муж здесь недалеко. Мне нужно к нему. Его зовут Эзра. Ты знаешь его? У меня есть дочь твоего возраста. Но почему так долго? Реконструкция тела — довольно деликатный процесс. Считаешь, стоит верить обелиску, как Абрам? Абрам тебе не враг. Обелиск тоже. Эй! Это Фина. Открой ворота. Что случилось? Скинрайдеры забрали Лин. Где? У ручья, рядом с озером. Она решила остаться и задержать их, чтобы я сбежала. Покажешь, где это? Да. Отключи силовое поле. Если скинрайдеры забирают кого-то, Эзра, ничего уже не сделать. Нужно смириться с этим. Я не согласен. Что ты задумал? Вернуть жену. Думаешь, уничтожив обелиск, ты отключишь поле? Сейчас и выясним. Нет, так нельзя. Подумай. Тебе не справиться одному. У них моя жена. И как же ты ее найдешь? Думаешь, они поджидают тебя у ручья? Они давно ушли. Тогда я выслежу их. И окажешься сам у них в руках. Разве ты не видишь? Обелиск защищает тебя. Ты на чьей стороне, Абра? На той, что пытается уберечь тебя от нелепой смерти. Я не позволю тебе уничтожить обелиск, Эзра. И что, применишь транквилизатор? Тебе решать. Куда ты? Найти другой выход. Очень впечатляет. Мне очень нравится играть с тобой, но мне нужно найти своих друзей. Я не смогу
Кто вы? Я медсестра. Вас ранили. Я вколола вам обезболивающее. Красный ястреб, это... Где рация? Я уже пыталась. Красный ястреб, это гадюка 6. Вы слышите? Где мои люди? Нас было четверо. Они в коридоре. Выжили только вы. Вы перетащили меня? Иначе вас бы убили. Спасибо. У вас осколочное ранение. Мне нужно вернуться в часть. Вам нужна помощь. Вы никуда не пойдете. Снаружи корабль, и он явно не наш. Переждем здесь. С ногой все плохо. Если ничего не сделать, останетесь без нее. Хорошо. Приступайте. Вы потеряли много крови. Это, конечно, не лучший вариант, но выбора у нас нет. Вы хотите перелить свою? У нас одна группа, я уже проверила. Это же больница. Неужели у них нет запасов? Я не знаю, как давно нет электричества. Я не смогу облучить ее, но... Уверяю вас, я здорова. Это не так важно, мэм. Лин. Спасибо, Лин. Так. Постой. Постой. Я так быстро не могу. Ты ведешь меня к своим? Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Джакс! Мы упустили ее. Шли за ней километра 3, но она ускользнула. Она уже наверняка вернулась в поселение. Я и без оружия тебя убью. Вы как дети. Может, позволить вам поубивать друг друга? Нашли вора? Понятно. Так вы нифига не сделали. Ну, хоть день даром не пропал. Хорошо, что хоть кто-то проявил инициативу. Он работает? Потребуется ремонт. Неужели нельзя аккуратней? Ну, хоть спрячьтесь от дождя. Нет. Я хочу получить то, зачем пришел. Аккуратней, Джакс. Судя по твоей ране на голове, ты не единственный охотник в этом лесу. Другого выхода нет. Силовое поле, сфера с обелиском в центре. Ты уверен? Эта стена на том же расстоянии от обелиска, что и поле от ворот. Даже подкоп сделать нельзя. Это моя вина. Ты
Я не ждала тебя. Подумала, если мы пойдем против обелиска, он не отдаст нам Дункана. Но его уже оживили. Он скинрайдер, как и твой брат. Он будто видел меня в первый раз. А теперь тоже случится и с Лин. Не вини себя, Фина. Но я бросила ее там. Ты поступила так, как она сказала. Поверь, с ней лучше не спорить. Я помогу тебе вернуть ее. Мы поможем друг другу. Пришлось ввести наркоз. Удалять осколки лучше тогда, когда пациент без сознания. Вы так говорите, как будто делали это раньше. Я ассистировала на сотни операций. Тогда мне очень повезло. А что вы вообще здесь делали? Пришла за лекарством для мужа. Нашли то, что искали? Не совсем то, но тоже сойдет. Я надеюсь. Если вы так же заботитесь о нем, как и обо мне, то он точно будет в порядке. А вы? Женаты? Да, уже 9 дней. Правда? Мы собирались в медовый месяц, и тут... Это... Меня призвали, и я больше не видел ее. У вас есть дети? Дочь. Ей 5. Дети не должны этого видеть. Это нечестно. Да, вы правы. И что они вам говорят? Там, где мы живем, нет сигнала. Его нет везде. Больше нет. Поверьте, так лучше. Почему? Что происходит? Возвращайтесь к мужу и дочери, Лин. Будьте счастливы. Пока есть возможность. Как же это сделать? Как мне передать тебе сообщение? Ты похож на машину, но нет ни клавиш, ни кнопок. Мы... отдаляемся друг от друга. И виновата в этом ты. Если ты не позволишь нам сделать то, что требуется, зачем тогда было вообще нас возвращать? Это социум. Ты сам научил меня этому. Тебе совсем плевать. Социум. Да. Это женщина, одна из нас. Мы не можем ее бросить. Милосердие. Она жена Эзры. Жалься. Жалься над ним. И над ней. Это значит, ты слышишь меня? Или ты просто повторяешь за мной? Ты в порядке? Нет, не в порядке. Она бракованная. Искры тоже ошибаются, Лин. Не так часто, но все же.
Может пострадать мозг или связки. Дроны об этом умалчивают. Но я не буду. Ты никто для них. Никто для обелиска, никто для создателей. Ты всего лишь орудие. Орудие. Если орудие ломается, они не станут его чинить. Даже если это твоя жена. Даже если ты умоляешь. Даже если ее смерть на их руках. Потому что она была просто орудием. Использованным. И выброшенным. Позволь ей уйти. Эта девочка-помеха. Дроны и искры не сжалились над ней, и ты поступаешь так же. Не надо. Ты меня абсолютно не знаешь. Мы встречались. Я помогу тебе собрать искры, если ты ее отпустишь. Я все равно вас поймаю. Попробуй. Мне нравится твой аргумент. Уходи, девочка, пока я не передумал. Возьми, не оглядывайся. Иди, иди. Ты только что лишилась аргумента. А ты шанса поймать искры. Пойдем со мной. Отложим это на потом. Сюда! Сержант! Вы двое! Сюда! Красный ястреб, это 2-1 Альфа. Эзра? Лин? Я все нашла. Люди убили нашего брата с одного выстрела. Мы же предложили им компаньона, снявшего бы с них тяжесть выбора, дисциплины, самоконтроля, вины и стыда. Мы предложили им удовольствие, а получили вот что. Мы не забудем нашего брата. Его воспоминания не канут в лету. Его свет не угаснет. Этим ножом я вынимаю его кристалл. Кто отнесет его к предку? Кто окажет ему честь? Сохранит его? Соединит с прошлым. Пусть твой шаг будет быстр, а ум чист. Привет, Лин. Я рад, что ты пришла. Ух ты, не так быстро. Мне нужно это все записать. Так быстро мне не запомнить.
Я понимаю, что ты злишься на меня. Разберемся с этим потом. Есть подвижки с обелиском. Я могу им писать. Простые сообщения. Пока выходит не очень, но скоро я смогу попросить их выпустить нас. Они не будут ждать, Абрам. Если Лин инфицирована, паразит быстро пустит корни. Еще кое-что. Я нашел блокнот, оставленный поселенцами. Примитивная бумага. Они как-то ее получили. И? Посмотри на записи. Видишь? Да. Это написал я. Список всего, что я создал. И я не помню этого. Что это значит? Только то, что я уже был здесь, Эзра. Я был одним из поселенцев. На русский язык сериал переведен и озвучен Байбако ТВ.